Свой день рождения можно отпраздновать в любом формате. Но если это день рождения модного бутика, то обязательно в программе вечера предполагается показ. Этот бутик открылся 5 лет назад. В то время в Челябинске было представлено достаточно модных брендов, но идейной вдохновительнице удалось найти свою нишу. Тяжело ли? Легко. Мне очень нравится, очень люблю эту работу. Могу работать 24 часа в сутки не потому, что это надо, а потому, что не могу подумать. В этот вечер чаще всего говорили не о трендах и брендах, а об индивидуальном почерке, креативном подходе и уникальности. Это, знаете, такое, какая-то индивидуальность, яркость, при этом самовыражение. Ну и, конечно, когда ты хорошо выглядишь, ты успешен и в другом, потому что в любом случае принимают по одежке. Потрясающие эмоции на фоне вот такого серого Челябинска, вот этот серый день, который раскрасился такими яркими красками, вот такими вот великолепными нарядами, поднял настроение, наверное, на месяц. А чтобы выделиться, чтобы быть самой красивой, самой утонченной в этом городе или самой яркой, какой-нибудь необыкновенной, это вот здесь. Называют самые потрясающие эмоции всегда. Замечательные люди. Особенно те люди, которые собрались сегодня, они радуют, они все очень теплые, все очень позитивные. Да, здесь рады, всегда весело, позитивно, прекрасное настроение всегда. Говорили также об эстетической свободе и смелости. Ведь некоторые дизайнерские идеи требуют особого уровня понимания моды. Именно здесь я увидела свой вкус. То есть есть ни одной нет как бы вещи, которая бы мне не нравилась. Не должно быть как-то стандартно. Я поэтому выбираю эту одежду. Это то, что не хватает нашему Челябинску. Поэтому коллекции всегда вот, ну, мы в первых рядах бежим и берем то, чтобы быть не похожими на всех. То есть это то, что нужно Челябинску. Чем экстремальнее? Нормально. Чем провокационнее, ярче. Чем ярче, чем... Иногда смотришь на вещь, ну, боже, ну кто? Ну кто? Это мой стиль. Вот. И это марка для меня. Я для него создана. Мне нравятся многие-многие такие модели, которые представлены здесь. И здесь много друзей, с которыми мы общаемся. Я очень рада, что я здесь. Речь зашла также и об особой атмосфере. Мне нравится атмосфера творчества. Очень интересная атмосфера. И на самом деле обстановка безумно добрая. Это такая дружеская атмосфера. В завершении хочется пожелать новых идей и новых поклонников, успешной работы долгие годы, а также не сворачивать с этого пути уникальности и креатива.